Кожні вихідні у сіті-центрі – це не тільки шопінг та розваги, це місце, де разом зі всією родиною можна весело та з користю провести вільний час. На цей раз похід у сіті-центр та сіті-центр Котовський став ще і суцільною арт-терапією. Адже завдяки творчості можна не тільки проявити себе, показати свою фантазію та залишити на згадку витвір мистецтва вдома, а ще й добре релакснути, малюючи чи створюючи ось таку красу. Давайте покажемо большой палець. Вверх, что у нас все очень круто, что все классно, мастер-класс получился и удался. Мы сегодня проводим для детей арт-мастер-класс, на котором мы делаем подделку, которую они смогут подарить своим мамам, папам, дедушкам, бабушкам, может быть, сестричкам или братику. Как вы видите, помогают и родители, и бабушки, и дедушки, и папы, и мамы. І дійсно, у творчий процес повністю занурюються батьки разом зі своїми дітьми, створюючи неймовірно красиві ікебани з квітів. Від захоплення та отриманого результату вирують тільки позитивні емоції. Ми тут часто буваємо, бачимо, що тут постійно по вихідним щось проводять для дітей. Що вам тут подобалось і сьогодні що робили? Робили щось наподобие ікебан, творчество дитяче. Очень советую всем посещать сити-центр каждые выходные. Здесь очень много развлечений для детей. У нас уже как традиция каждые выходные приезжать сюда, потому что можно и купить все, что нужно, и продукты, и вещи. И для детей постоянно развлечения, все время какие-то подарки, сюрпризы. Им очень нравится, они уже ждут выходных, чтобы поехать в сити-центр, поучаствовать в каких-то вечеринках. Вот вчера была тикток-вечеринка для детей, вот, каких-то мастер-классах и получить подарки. Очень классно, очень хорошая идея и времяпрепровождение. Мне очень нравится, это типа подделка сухоцветов, очень красиво. Ты повесишь ее где-то дома, возьмешь, заберешь, да, с собой? Да. А что еще? Какие цвета у тебя самые любимые? Что ты сюда еще добавишь? Я люблю все цвета. Я добавлю, может, какие-то темные и яркие, чтобы был такой контраст. Мы проводим мастер-классы для детей разного возраста. Также мы развиваем у деток не только интеллектуальные, но и физические возможности. Одной из целей проведения наших мастер-классов является именно развитие моторики рук. Вот сегодня мы делали вот такие вот кольца с сухоцветами. Они развивают и мышечную память, и мелкую моторику рук, и деткам интересно, также им помогают родители, они находятся с ними в контакте. Здорово, очень здорово. Мне внучка пришла, посмотрите, как она интересно сидит и фантазирует. Очень понравилось нам, да? Почаще бы так, очень тематически, красивое. Может, зимнее будет, да, сыночек? А ну, расскажи свои впечатления. Расскажи. Ну, это, да, очень нравится. Мне очень нравилось делать, и я хотела, чтобы всегда так было. Вау, а что ты сделала? Расскажи. Такой веночек. Где ты ее повесишь? В комнате, где мы спим. Мне все понравилось. Тут очень круто. Тут сертификат я получил. Сделал работу, чтобы страшные сны не снились. И вот и все. Тут очень круто. Я делала поделку и повешу ее на дверь. А что тебе еще больше всего здесь нравится? Что тут покупаются шарики. У наступні вихідні у торгівельно-розважальних центрах «Сіті-центр» та «Сіті-центр Котовський» буде ще цікавіше. Завітайте сюди разом з усією родиною та отримайте задоволення від життя.